И снова здравствуйте. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Гость нашей студии Максим Ели. Он является кандидатом политических наук и старшим научным сотрудником Института всемирной истории. Вот, Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Поскольку вы первый раз у нас, поэтому я еще читаю, где вы работаете. В следующий раз обещаю запомнить. Максим, я читала ваши работы по внешней политике, и мне кажется, они достаточно интересные, если позволите. Начнем с этого. Давайте, наверное, начнем с того, что же там произошло на G7 и почему, как вы думаете, Меркель так резко высказалась в отношении Трампа. Ну и затем и министр иностранных дел тоже там, мы же помним, на слова особенно не скупился, да? Вот давайте попробуем немножко проанализировать, что там произошло, кто выиграл, кто проиграл, с вашей точки зрения. Много чего происходило на самом деле, да? Давайте. Можно разбить несколько тем, что касалось, конечно, Украины, Сирии, терроризма. Естественно, терроризм был основной темой, потому что перед этим как раз предшествовал теракт в Манчестере, да, и, естественно, еще раз актуализировала эту тему. Ну, что касается Меркель, ее заявление о том, что Европе не стоит, да, надеяться на Соединенные Штаты, рассчитывать на само себя, в принципе, это, уже, скажем так, в первый раз, учитывая, насколько она сдержанная канцлер и не позволяла себе никогда высказывать, это для нее достаточно резкое высказывание, уже называла вещи своими именами. Это означает о том, что не могут, диалог не смогли они наладить, в принципе, чего и ожидали многие эксперты. И заранее, учитывая там предвыборную еще риторику Дональда Трампа, обвинения в Европе, те же там обвинения в том, что Германия не платит достаточно, да, за так называемый ядерный зонтик, и еще и должны заплатить за предыдущие годы, плюс огромный дисбаланс, на который указывал Трамп. Он, кстати, уже успел в своем твиттере ответить на слова Меркеля, что все он исправит, пожурить Германию, присущей ему эпатажной манере. Мы наблюдаем, можно так сказать, раскол евроатлантического единства, он идет полным ходом. Ну и Дональд Трамп, конечно, если мы говорим, возвращаемся к саммиту G7, да, успел там тоже допустить кучу казусов, проявить свой норовливый характер, я имею в виду там и министра Черногории, когда он там оттолкнул, да. И на фотосессии, если мы берем, это пресса, конечно, нужно учитывать, она стебется из Трампа и подчеркивает, но, тем не менее, они, такие моменты являются достаточно наглядными, да, когда финальная фотосессия, Дональд Трамп заслонил ту же Меркель, стал перед ней, она маленькая женщина, в заднем ряду оказалась абсолютно независимой. Так что я не думаю даже, что для тех же европейских лидеров, не только европейских, да, там и Япония, и Канада, это было чем-то неожиданным. Трамп уже там сколько там, 130-135 дней недавно, буквально, когда я писал отчет 100 дней, это был 1 мая, перед 1 мая, да. То есть 130 дней уже, в принципе, я думаю, мир начинает привыкать к его манере поведения, вы знаете. Там, я, естественно, слежу за американской, в первую очередь, прессой, да, потому что занимаюсь там, докторская у меня по Америке, соответственно. Какая-то тема докторская у вас? Я не хочу так. А, все хорошо. Нет, я имею в виду такое название. То есть, если кратко, чтобы было понятно, внешняя политика США, начиная, по большому счету, при Обаме, да, два срока, там, начиная с мирового экономического кризиса, как это повлияло, и дальше уже. Хорошая тема. Изменило, да. Возвращаясь к чтению американской прессы. Да, к чтению американской прессы, немножко вы меня сбили. Нет, просто вы сказали, я читаю американскую прессу. Да, это само собой. И по Трампу. По Трампу, как уже, скажем так, отрывки из того, что между собой даже лидеры государств, да, которые с ним встречались, модель поведения, да, условно говоря, политика же дело тонкое, и тут главное достичь результатов.
И все говорят между собой, условно говоря, если вы хотите получить положительный результат от Трампа, соглашайтесь с ним, не спорьтесь, и все будет хорошо. Вот, скажем так. Вот так вот они, да, пишут об этом? Ну так пресса же американская не любит Трампа. На словах. Нет, это, условно говоря, это информация, которая фигурирует уже не американской прессе, да, а утечки людей, которые с ними встречались, вступали в переговоры. То есть петь ему дифирамбы, рассказывать, какой он великолепный президент, как он прекрасно победил на выборах и так далее, и так далее. А потом уже тихонечко свои, скажем так, идеи и цели предлагать. Ну и в принципе с таким психотипом людей это на самом деле единственно верный вариант поведения. Это как, помните, была хорошая книжка «Как вести переговоры». Я вот честно не могу сейчас быстро вспомнить. Вот они, я так понимаю, предлагают действовать исключительно по этой книжке. То есть вначале похвали, а потом проси все, что хочешь. Ну, как-то переговоры бывают разные, разные модели. Да, скажем, условно говоря, это зависит, это уже от психотипа людей, да, и, соответственно, каждому нужен свой подход. Ну, давайте теперь немного поговорим о том, что же стало по-настоящему причиной такого раскола, потому что ведь я думаю, что когда они ехали, то много было надежды на, скорее на единство, чем на раскол. Вот что послужило главной темой? Начнем с того, что не сказать, что все уже, да, вдрызг разругались. Если верить тому же Трампу, результаты великолепные, great, все замечательно, как и обычно у Трампа, да. Вот, поэтому, ну, здесь на самом деле виноват, главная причина это именно Трамп, потому что до этого, если мы берем предыдущие годы, да, пребывание там 8 лет Обамы, отношения укрепилось евроатлантическое единство как никогда. Да? И та же он готовил трансатлантическую, да, договор о торговле, что также должно было еще укрепить экономические связи, про транстихоокеанскую, да, торговлю, как мы знаем, Трамп сразу же отказал, это имеется в виду там партнеры в Юго-Восточной Азии, Австралия та же, Япония, он уже накрылась это медным тазом, так сказать, и сейчас ратифицирует, он, ну, вряд ли он отменит в ближайшее время еще и с Европой, но тем не менее, то есть его, это все ключевая причина, это в том, что изменился подход, да, он возвращает внешнюю политику США, ну, к временам, не сказать, там, к 19 веку, да, ну, начало 20-го, чистый политический реализм, преследование в угла национальные интересы. Ну, он же и обещал это, когда да, так что, в принципе, кампания. Все вполне очевидно, и он следует своей риторике и касательно внешней политики относительно европейских партнеров в том числе. Ну хорошо, тогда давайте пойдем дальше. Вот в последнее время стало известно, что Америка будет пытаться перезапустить переговоры с Российской Федерацией в отношении Украины. И даже для этого планируется, Washington Post вышла, наверняка, вы знаете, читали, ну, да, конечно, с такой статьей. И они вот сказали о том, что даже будет спецпредставитель назначен, который будет контактировать с Сурковым, надо полагать, ну, наверное, выполнять ту миссию, что Виктория Нуланд выполняла. Вот. Так вот, насколько вы считаете, вот это разделение, о котором вы сказали, Запада, может повлиять на политику Запада в отношении Украины? Будет ли решение, если хотите, по военным действиям, по войне на Донбассе, по оккупации в Крыму, по оси Штаты России отличаться от таких же решений по оси Европа и Россия? Как-то вы так закрутили. Ну, вот если, да, перефразировать очень, ну, проще, да, очень то просто. Как? То есть вот чего ожидать, будет, да, одна ось решения войны в Украине, это Штаты Россия, вторая ось, если Запад разделен, то тогда Европа и Россия. Нет, и будут ли эти решения разными, или они все-таки совпадут, и Запад все-таки будет един по отношению к военным действиям, потому что происходит на Украине?
Ну, в принципе, если мы берем те же заявления, да, Соединенных Штатов, они не отличаются от предыдущей администрации, да, это безальтернативность Минского процесса. Раскалываться они не могут вообще, в принципе. Ожидалось, да, исходя из предвыборной риторики, ну и, скажем так, контуров политики и заявлений, что он хотел, что он, Трамп вообще отдаст на откуп Европе, Германии и Франции решение этого конфликта. Это не наша проблема, да, в принципе, никаких интересов не предоставляет. Я уже не говорю о тех заявлениях, что он готов был даже рассмотреть, принять, да, там, аннексию Крыма и снятие антироссийских санкций. И, судя по всему, договоренности там есть, да, как скандал набирает обороты о его связях с Россией. Вот. И сейчас, ну, с моей точки зрения, он афиширует это, потому что он, во-первых, да, максимально откладывал. Никаких высказываний именно с уст Дональда Трампа мы не слышали долгие месяцы. И вот только когда там был срочный визит Павла Климкина после визита с Лавровым, да, совпал, он встретился. Let's make peace, как он в своем твиттере написал. Я уже тогда понял, что, ну вот, скоро займется. Но, вы поняли. Да, но я же слежу за ситуацией. В первую очередь это связано как раз с так называемым Кремлингейт, да, скандалом о связях команды Трампа, окружения в ходе предвыборной кампании с Кремлем, с российскими спецслужбами. Тут уже добрались до семьи, да, Джаред Кушнер. Как известно, уже последняя там информация о том, что он в ходе, уже после выборов, да, предлагал послу России в Вашингтоне оформить, организовать тайный канал связи с Кремлем. Вот. И отставка директора ФБР, то если мы всю эту там цепь событий выкладываем, да, выстраиваем в один ряд, то понятно, что Трампу необходимо, он вынужден, вернее, уже заняться этим вопросом и, скажем так, уже на словах делать первые заявления о том, что Россия должна понести ответственность за аннексию Крыма, за конфликт на Донбассе, то есть называть вещи своими именами для того, чтобы как раз отвлечь внимание в первую очередь у себя внутри страны, от общественности, вот от этих подозрений, которые все больше и больше обретают реальные черты. И благодаря постоянным утечкам информации как раз и становится достоянием общественности, что при Трампа просто в неописуемую ярость приводит каждый раз. Да? Вот когда он с G7 вернулся, первое, что он сделал, это как раз там, согласно тому же Washington Post, источникам, которые продолжают сливать информации, организовать там уже штаб по поимке шпионов, так называемых, времен Обамы, которые и сливают эту информацию. А то, что он негодует и на пресс-конференциях по этому поводу высказывает, это лишь подтверждает, что эта информация является правдивой. То есть, как он сам сказал, только я приму решение, но уже я еще не объявлю, оно уже становится известным общественности. И это уже как бы наследие, так сказать, Обамы в Белом доме. Он позаботился об этом, прекрасно понимая, и в спецслужбах. То есть очень много утечек по тому же делу. Ну и Трамп сам приложил, стоит отметить, руку к этому, потому что, ну, он очень настроил против себя разведывательное сообщество, не только и спецслужбы, и ФБР, еще до выборов, когда мы знаем, перед инаугурацией, уже после выборов, Обама созывал там брифинги, да, им делали по делу как раз по связи. Мы помним этот нашумевший тогда первый такой большой скандал Трампа, знакомство, я бы сказал, с большой политикой, ну вот этот, я его называл «шатун по-американски». Ну, это когда, да, вот на 28 лет страниц, вернее, слили компромат, якобы там досье британского разведчика о шалостях Трампа
в московском отеле Риц и так далее, и так далее. Вот. Поэтому сейчас, таким образом, стоит отметить, что и республиканцы очень хорошо используют этот скандал. Для чего? Ну, потому что мы же знаем, что Трамп имеет много противников и в республиканском истеблишменте. Его победа стала неприятным сюрпризом в начале на праймерис. Они боролись с ним, там была очень серьезная борьба, да. Ну и потом они уже были вынуждены поддержать, но мы знаем, там и письма публиковали 100 там ведущих и генералов, и очень уважаемых людей, да, республиканцев, подписывались о том, что они не будут поддерживать Дональда Трампа. То есть он привнес с собой раскол в республиканскую партию, очень серьезный еще в ходе выборов. И там уже были серьезные очень опасения, не сможет ли он подмять под себя не только республиканский истеблишмент. Он прошелся уже по нему каточком хорошенько в ходе кампании, но потом уже система, условно говоря, они поняли, что и при помощи этого скандала, который, естественно, раскручивают демократы, там они уже трубят чуть ли не с первого дня об импичменте, что, в принципе, пока невозможно, да, даже при всех там доказательствах, которые тоже сбор будет необходим очень долгое время. Мы знаем, объявляли там и ФБР, что там очень используются эти тайные технологии по сбору, как снимают эту информацию, да, доказывающую его связи. И для того, чтобы не разгласить эти технологии тем же русским, в первую очередь, все это будет откладывать во времени. Плюс, ну вот если сразу закрыть эту тему импичмента, да, которая тоже там постоянно на слуху в американской прессе, до 2018 года, да, там, до осени, когда там будут до выборы в американский конгресс, об этом даже, в принципе, речи быть не может. Почему вы это связываете с довыборами? Ну, потому что обе палаты контролируются республиканцами, и нижняя, и верхняя, для того, чтобы там очень сложная процедура импичмента, чтобы это решение принять, должны поддержать обе палаты, еще там 2/3, и, соответственно, таких голосов нет, республиканцы, естественно, не дадут. Это должны быть железные там доказательства, и то там очень много нюансов. А если изменится баланс, и это в может... В сторону демократов. В сторону демократов, да, если они победят, одержат победу на довыборах и получат большинство, тогда уже может быть при определенных, опять же, условиях, да, если доказательная база будет очень серьезной, тогда уже и республиканцы никуда не денутся, потому что они должны будут уже смотреть и на там, 2020 год, да, готовиться, ну и дальше уже, я бы сказал, потому что этот скандал, конечно, подмочит республиканцев очень серьезную репутацию, импичмент, и тогда они будут вынуждены потом пойти, ну, хорошо, это другая тема. Нет, мы продолжим, потому что да. я хотела бы вот для себя прояснить. Вот вы говорите, это подмочит репутацию республиканцев. Но не кажется ли вам, что весь этот скандал подмочит в первую очередь репутацию штатов как великой державы, державы номер один, на которую она претендует, да, на эту роль? А как она может тогда называться державой номер один, великой державой, даже державы, которые претендуют на то, что, собственно, есть один там полюс, да, по большому счету, который сейчас это миром, так, да? И есть. Ну, да? Если есть президент какой-то другой страны, который дирижирует выборами и избирает президента великой страны, тогда априори все эти разговоры, ну, они опасны в принципе для имиджа штатов, для, если хотите, их там безопасности, служб безопасности, разведки и так далее. То есть в первую очередь это же бьет не по Трампу, а это бьет по системе, которая это все допустила, по системе, которая, ну, должна быть бездоганна, если это держава номер один. И вот во всех этих, во всем этом скандале, который набирает оборотов, и, конечно, средства массовой информации очень, очень настроены против Трампа, еще до выборов были настроены, не кажется ли вам, что все это, ну, если хотите, месть там со стороны демократов, или это действительно желание разобраться в ситуации, несмотря на то, что это даже ударит по имиджу штатов как великой державы? Ну, конечно, это элемент политической борьбы в первую очередь сейчас, да.
демократов. Б. Тот же Обама, ну, нельзя его обвинять в предвзятости. Я считаю, с точки зрения там, моральных стандартов, все-таки он задал тон, и не скоро мы еще увидим подобных лидеров. Но речь сейчас не об этом. Я с вами не соглашусь. Если наоборот, доказательная будет база достаточно, да, и будет доказано, что и вмешивались выборы, ну, это одно, главное, связи Трампа, ну, а подразумевается, что, связи, это что такое? Политики же всегда встречаются друг с другом, даже если они не симпатичны друг другу. И что из этого есть связь, а что из этого есть просто переговоры? И ну, они хорошо, могут быть официальными, могут быть неофициальными. Условно говоря, речь сейчас идет о том, что Трамп в обмен на то, что в обмен на помощь российских хакеров, да, по дискредитации Клинтон, мы помним даже его призывы, да, я надеюсь, там русские найдут 30 тысяч пропавших писем, ну, если так, когда этот скандал набирал обороты, урегулировать вопрос как раз по Украине. Имеется по санкциям, да, потому что те санкции, ну, если мы берем экономическую составляющую, она ничтожна. Это действительно так. Но, условно говоря, если Америка свои санкции отменит, то Европа с радостью ей последует. Ну, то есть тогда было очень, как мы знаем, особенно там в прошлом году уже, в конце Байден неоднократно заявлял, что стоит ему огромных усилий переубеждать отдельных европейских партнеров продолжать санкции. Да, потому что многие недовольны продлением этим санкций, терпят убытки. Ну и главное тут подоплека в том, что ну, они смотрят на то, что происходит в Украине, да, ну и как бы думают, ну почему мы должны нести финансовые такие убытки, когда даже Украина там далеко не сразу ввела санкции, те же экономические, продолжала торговать и военным, также продукция военного предназначения в том числе. Вот там же все это прекрасно понимают и видят. Вот. И с этой точки зрения важно. Ну, я уже не говорю о том, что у Америки, там, у американских нефтяных компаний российских, как мы знаем, да, что такое нефть для России, да, было много контрактов и планов на том же арктическом шельфе, да, ExxonMobil, когда вот назначили Тиллерсона, выдвинули, я тоже очень так немножко испугался, да, за Украину, понимая, что ну не случайно ExxonMobil, тем более потом еще выяснилось, что он возглавлял там одну и офшорную компанию вместе, связанную там с русскими, ну там орден дружбы и так далее, и так далее. То есть было четко понятно, для чего он был назначен на эту должность. Как мы знаем, за республиканцами это нефтяное лобби, это традиционный основной спонсор республиканской партии. Да, и, соответственно, они будут лоббировать свои интересы через Рекса Тиллерсона. Поэтому тут очень много таких тревожных звоночков было. И тут как раз вот я бы сказал, если бы не эти скандалы, то уже все могло бы быть для нас печальнее. Я имею в виду, и встретились бы они бы уже и с Путиным. Вы имеете в виду Трамп? Трамп, конечно. Mm-hmm. Это все откладывало, безусловно. То есть, условно говоря, тут такая тактика, я бы сказал, и демократов, и людей, там, и спецслужб. Как только там что-то намечается, да, либо важное, там, тут даже телефонный звонок первый там, перед Трампом, потом там визит Тиллерсона, Москву только перед, когда собираются представители Соединенных Штатов встречаться на высоком уровне с представителями России, либо вопрос об Украине, сразу идет слив информации по российскому каналу. И таким образом его держит в стойле, я бы так сказал. Ну а республиканцы, возвращаясь, как они это используют?
Ну, прекрасно, тоже для того, чтобы его усмирить, назначить своих людей. Майкл Флинн первый на выход, да, первый рекорд, 24 дня на своей должности, за связи, за телефонный разговор по стационарному телефону человека, который возглавлял, да, военную разведку. Ну, это вообще, в принципе, нонсенс, побежать звонить, не понимая, что эти телефоны отслеживаются, звонки. Вот, так что назначили своих людей, и того же Макмастера, который к нему на смену пришел, ну и другие ключевые посты. То есть, в принципе, я бы сказал так, что его уже максимально отстранили. Кого? От Трампа, я имею в виду, от принятия решений по вопросам национальной и безопасности и международки. Ого, это смелое заявление. Ну да, смелое. То есть, как бы ему дают, выступает, все делает он, но решение фактически принимает, с моей точки зрения, уже не он. А кто? По ключевым. Ну вот как раз те люди, то есть если мы берем нацбезопасность, ключевой, это Макмастер, да, который принимает и дает решение, а его там уже находят подходы убеждать. Ключики, условно говоря, к Трампу нашли, и при помощи этого скандала в том числе активно это используется, потому что Трамп прекрасно понимает, если он будет слишком артачиться, то когда расследование, набирающиеся обороты, а отставка Коми это свидетельствует о том, что там уже, ну, условно говоря, дело пахнет керосином для него. Да, ведь мы знаем, уже после его отставки стало известно в американской прессе, что буквально на следующий вечер после своей инаугурации он с ним встретился и требовал там присягнуть на верность. Потом он требовал точно так же прекратить дело и против Флинна, то есть он хотел его оставить. А те подробности, которые всплыли, да, потом четко указывают на связях с Трампом. То есть нужно же как бы уже эти все моменты, если так между строк читать, то понимаем, что там проблемы очень серьезные. С моей точки зрения, шансы в конечном итоге, то, что закончится импичментом, уже больше 50%. Вот. Вот так. Не рано ли вы списываете или списали вот со счетов Трампа? Как-то вы его совсем обложили со всех сторон красными флажками? Обложил не я красными флажками, а обложили его как раз республиканцы при помощи тех же демократов. Да? То есть там своя внутривидовая борьба, она очень жесткая. То есть это вам не строительный бизнес, которым был... Ну, я думаю, в строительном бизнесе тоже не так просто. Там все жестко, да, но там, условно говоря, вопрос силы, которая привык, такой мега-матча, супер-матча Трамп, все решать, я сказал, и все так будет. А в Вашингтоне там все сложнее, там нет постоянных союзников, нет постоянных врагов, есть только одно, постоянные интересы, да, и там эти коалиции вокруг и за, они меняются каждый день и каждый месяц, условно говоря, и те, ни на кого нельзя положиться. В этом, в принципе, и обосновывается, что его старший советник Кушнер, да, он это прекрасно понимает, что вопрос доверия ключевой, особенно когда есть что скрывать. А Трампу, безусловно, есть что скрывать. Плюс, с моей точки зрения, все-таки за долгую карьеру свою как бизнесмена он успел там наследить. И я думаю, американские спецслужбы, а вот Коми как раз это свидетельство о том, что там все-таки служат не как у нас, не пример, да, вот к чему стоит стремиться, да, служат стране, национальным интересам страны. То есть я, как он ответил, я служу не президенту, я служу Соединенным Штатам. Вот это главный принцип. И первые там, из 100 дней, когда там, я вот анализировал, это главный итог был, что как раз система американская, она выстояла вот против такого даже бульдозера Трампа. Вот так. У меня такое чувство, что вы не любите Трампа. Ну, во-первых, нет, мне он интересен как персонаж, за ним следить. Как подопытный персонаж. Вы больше любите демократов. Ну, почему? Я ж не знаю, я у вас спрашиваю. Не сказать, ну, условно говоря, если даже при том, что с моей точки зрения, да, вот если вот кратко, да,
с моей точки зрения, Обама виноват в конфликте, в аннексии Крыма и в том, что произошел конфликт. Почему? Вы согласны с Трампом, ну, когда если... он сказал, нет. что он позволил это, потому да, что вел себя как слабый президент? Абсолютно. То есть тут вы поддерживаете нет, Трампа? Нет, это не то, что я поддерживаю Трампа. Но я эти выводы делал еще до того, как Трамп не был на горизонте. Я имею в виду то, что Грузию он съел, да, то есть он с чего начинал, когда Обама пришел, да, победил, с перезагрузки отношений с Россией. Это был один из ключевых его внешнеполитических приоритетов. Соответственно, хотя Грузия была пробным шаром, ну, и предшествовала, и многие обращали внимание, и республиканцы в том числе, что нельзя этого делать. И предупреждали Обаму, но он думал, что все ограничится этим. Да? Плюс, начнем с того, что он закрыл глаза на продление, да, пребывания российского флота? Российского флота в Крыму, ничего было. То есть, условно говоря, он пришел, он по советское пространство отдал на откуп Путину в обмен как раз на этот угоду, договор, да, СНВ-3. Вот, условно говоря, это был размен. И потом результат мы уже видели. То, что он не предполагал, что Путин пойдет так далеко, это другой вопрос. Но для этого есть у него и советники были, да, и нужно предвидеть. Ну и вообще, Обама, для меня главный вывод его президентства, да, добро должно быть с кулаками. Вот, скажем так, это вот с моей точки зрения, он запомнится так. Благими намерениями выслана дорога в ад. Вот. Ну, то есть очень много конфликтов, и та же Сирия на нем. Нужно, если бы он принимал жесткие меры в свое время, когда это было, могло бы спасти намного, очень, очень много жизней. Ну, зато с Ираном вот у него там все получилось. Ну, нельзя же сказать, не бывает же так, чтобы все было плохо, да, поэтому, да, а с Ираном, ну, посмотрим еще с Ираном, как будет, тем более Трамп там грозился отменить этот договор, хотя я думаю, что ему позволят, но посмотрим, да. Ну, хорошо, тогда, раз уж, давайте тогда и посвятим немного вот американо-украинским отношениям немножко времени. Как вы думаете, как будет вести себя администрация Трампа и сам Трамп вот по отношению к событиям в Украине, по отношению к войне Украины с Россией, по отношению к внутриполитической ситуации, по отношению к экономической ситуации, потому что мы видим, что уже начинает меняться форма экономической помощи. Заговорили о том, что это будет уже не просто безвозмездная помощь, как нам кредиты. Хотелось бы, а это будут кредиты. А кредиты, надо напомнить, я думаю, и так все знают, что их нужно отдавать, что угу. это тоже есть в этом элемент. Вот, поэтому давайте вот подумаем, как вы себе видите, как могут в ближайшее время, даже в ближайшие месяцы, давайте себе, вот до осени, может быть, спланируем, складываться вот такие украино-американские взаимоотношения. Ну, смотрите, ключевой момент, да, сейчас в повестку дня Украина наконец-то придет, и конфликт, как я, почему я уже объяснял раньше, перед этим. То есть... Сейчас будут попытки урегулировать этот вопрос. Уже были заявления, да, что там вот на днях заместитель министра иностранных дел России сказал, что и Москва уже как бы согласна на то, чтобы США принимали участие по урегулированию этого вопроса. Но не в нормандском формате. Ну, в нормандском формате, да, как бы это и Трампу не нужно. Зачем такую брать головную боль, если ты входишь? А так попиариться, это да, там собрать у себя, пожурить, сказать, давайте уже закончим этот конфликт, это совсем другое. Хотя я думаю сейчас... Так попиариться или закончить? Это же две разные. Две большие разницы, ну, начнем как говорят с того, что если из всех конфликтов, да, если мы берем ту же Сирию, если сравнивать Северную Корею, ну, да, сейчас главные угрозы международной безопасности и национальной безопасности США, в частности, украинский конфликт, он наименее, ну, я бы сказал, по сравнению с из этих трех, даже если взять, проще всего урегулировать. По одной простой причине. Там задействован один ключевой
игрок, да, который препятствует его урегулированию. Это Россия. В Сирии там очень много игроков, да, там и глобальных, и региональных. Тоже касается там Северной Кореи, там хоть и Китай ключевой, там и Россия, и Япония, то есть там учитывать нужно многие стороны, а чем больше сторон, тем это сложнее достичь. Вот. И в принципе, мне кажется, как раз и Минский, тут будет давление на Украину, понимаете, ведь Россия это... Тут же вопрос недоверия. Россия это с радостью, с моей точки зрения, вернет нам и Донбасс, но на условиях Минских соглашений. А это означает, что все чаяния Украины на не то что там евроатлантическую, а даже на европейскую интеграцию можно поставить крест. Да? Потому что в таком случае вот Донбасс скажет, что когда даже, да, гипотетически Украина достигнет экономического развития, я так немножко саркастично говорю, просто если мы берем нынешние экономические тенденции, да, там спад и темп, и возврат, то для этого будет очень долго, там 20 лет, к примеру, для того, чтобы там достигнуть нынешнего уровня Польши, если она не будет даже развиваться, ну, начнем с того, вот, то, условно говоря, там, пускай там даже Liquid Yield к нам придет, дай Боже, условный, и сделать это все намного быстрее, там, через 5-10 лет, мы все готовы экономически, но Донбасс говорит, ребята, никуда мы не идем, и все. Вы сейчас говорите о праве вето, да? Совершенно верно, совершенно верно. Да. Что является ключевым требованием. Там уже все, Донбасс России не нужен. Там все уже распилили, вывезли, наиболее активная часть населения тоже либо в Россию, либо на подконтрольную территорию Украины выехали. То есть финансовое это тягар, да, то есть это гиря, ну и для Украины тем более, то есть это очень сложно переварить и сколько там отстроить, даже разминировать всю эту территорию. Там, то есть там такое... Столько много проблем на десятилетия, я бы сказал, чтобы хоть как-то эту всю территорию реинтегрировать. Я не говорю там о более сложных вопросах, да, как бы что там, что действовать с людьми, которые там 3 года находились под этой промывкой мозгов. Я просто сам оттуда, как бы, и знаю. Вы оттуда? Я из Мариуполя родом, угу. Вот, как бы, и, ну, регулярно там бываю, у меня там родственники, общаюсь, и когда я приезжаю, естественно, мне интересно свои социсследования проводить. Да, и как бы, ну, тяжело там, даже под контрольной территорией Украины ситуация, не говоря уже, что там происходит, где вообще, в принципе, нет альтернативных источников информации, да, и там пропаганда, ну вот, в чем а России тут нельзя не признать, что в этом плане она очень сильна. Я бы сказал даже, что даже и Америка отстает в этом плане сейчас от них. Вот, поэтому это будет крайне сложно. И как бы, как вы знаете, да, там, я не помню, кто там сейчас вспомнил цитату, когда там Минские переговоры шли, Лавров говорит, все идет так замечательно, что даже не ожидали, когда подписывали эти соглашения, то есть что эти условия. Ключевое, в принципе, требование. Приняли условия, и тут будет давление, я думаю, и со стороны Европы, и со стороны Америки, возвращая к вашему вопросу, на Украину по выполнению политической части соглашения. К чему она приведет в Украине, это, угу. Это уже другой вопрос. Да. То есть вы все-таки думаете, будет давление? Но и при Обаме-то, надо сказать, давление это было не маленькое. Давайте вспомним многочисленные визиты Виктории Нуланд, ну там вот давайте еще там вице-президент, господи, Байден, конечно, да, простите, да. Ведь тоже все было непросто, и тем не менее. Непросто, но там у украинской стороны были четкие как бы аргументы, да, как бы вопросы безопасности. А тут, я думаю, Россия, ну, я, если брать, если так вот рассматривать, да, ну, прекратить огонь, ну, отвести там в этих пунктах, составить дорожную карту. Если, условно говоря, быть уверенным в том, что надавят на Украину, чтобы она выполнила свою часть соглашений,
Я бы пошел на это. Другой вопрос. И будучи? Будучи, ну, со стороны России. То есть, если вы были в России, вы бы были заинтересованы в исполнении Минских соглашений? Да, да. Именно в том варианте, в котором они... При условии, что Украина тоже их имплементирует. Потому что, ну, будем очевидными, да, что как бы раньше, ну, это время, когда маневрирование, да, оно уже заканчивается у Украины. Когда можно было под предлогом того, что да, продолжались обстрелы, нарушения и так далее, это вопросы безопасности, мы имели определенную поддержку западных партнеров, все прекрасно понимали, что без выполнения, без прекращения огня, в первую очередь, да, невозможно проводить там никаких выборов, ничего. Поэтому я думаю, все-таки вот к осени будут какие-то подвижки в этом плане. То есть вы, если я правильно вас поняла, то есть вы хотите сказать, что Запад будет более-менее единодушен в том, чтобы оказывать давление на Украину для того, чтобы война на Донбассе закончилась? Они будут оказывать, нельзя сказать, только на Украину. Они будут и на Россию давить, и на Украину. То есть четко, да, уже неоднократно говорили, что вопросы безопасности, потом политические вопросы. Политические пункты Минских соглашений. Ну, тут нельзя говорить определенно, понимаете, всегда есть несколько вариантов события ситуации, да, нужно, ну, я такой вариант считаю, что он вполне реален, но будет он зависеть, насколько он вероятен, уже после встречи Трампа с Путиным. Ну, и тогда позвольте последний вопрос, вот, поскольку вы сами из Мариуполя, то ведь на самом деле это трагедия для очень многих украинцев. Вот война на Донбассе, аннексия Крыма, о которой мы все меньше и меньше говорим, как о трагедии судеб, трагедии личных историй. Но на самом деле вот люди, которые остались на украинской территории, подконтрольной Украине территории, правильнее, наверное, будет сказать, как они видят будущее вот этих регионов, которые сейчас оккупированы? Вот что они говорят о том, как Украина относится к этим территориям? Потому что, вот, к сожалению, в государственной риторике, мне кажется, мы немножко допускаем такую оплошность, когда говорим, что ну давайте откажемся от этих регионов, они нам невыгодны сейчас, невыгодны. Порой забывая о том, что ведь граждане других регионов тоже могут слушать это и думать, а какой регион дальше может оказаться там сферой интересов одной из больших каких-то стран? И Украина тоже скажет, ну и там, и откажемся от них. То есть вот на самом деле, как люди в прифронтовой зоне, вот там в Мариуполе, смотрят на вот судьбу тех, кто остался там, и вообще на то, как будет развиваться события дальше? Что они говорят? Не, ну это большая боль, конечно. У меня есть там родственники на той территории, да, вот. Начнем с того, что они, в принципе, чувствуют даже себя брошенными. Почему? Даже те контроль. Ну, я имею в виду, ну, когда, понимаете, я когда туда приезжаю, хочется иногда, ну, отдохнуть, встретиться с друзьями, да, там, невозможно. Я вот приезжаю каждый год, смотрю, все люди угрюмые, серые, абсолютно, даже молодежь. Все настолько этот пресс давления экономический, да, настолько силен. Я, наверное, даже в 90-е вот не припомню такого, чтобы ну, такая атмосфера абсолютно негативная. То есть разговоры о чем? Как заплатить коммуналку, да, если мы берем там старшее поколение, даже младшее. Я вот в шоке общаюсь там с 20-25-летними, которые начинают самостоятельную жизнь, да, они об этом говорят, они об этом думают. Зарплаты настолько низкие, а ведь, ну да, это ж там заводы. Очень много посокращалось людей, потеряли работу. А те, которые остаются, ну, я когда услышал, что там есть зарплаты 1500 гривен, не на заводе, да, ну, вот так, 1500 гривен считается нормальной зарплатой, ну, для женщин, там, в частности, особенно, да, мужчин там более, там, высокий, но тем не менее, ну, это же ужас, а если коммуналка тебе, там, больше двух, в зависимости от площади, то есть вопросы выживания, поэтому люди абсолютно разочарованы. Конечно, слава богу, там уже
количество желающих поприветствовать, да, с распростертыми объятиями российские войска уменьшается, и как раз благодаря тому, что они видят, как там жизнь, что им тяжело, а там во многом еще хуже, когда приезжают с тех же неподконтрольных территорий в тот же Мариуполь, да, там за продуктами. Но сейчас там ситуация немного наладилась, а вот первый там год-два, когда Россия еще там не давала, да, там этих подачек, условно говоря, там не платила там пенсии, зарплаты и так далее, тогда вообще был кошмар. И вот это как раз был ключевым фактором, который многим заставило протрезветь немного. Вот. Но люди абсолютно, ну, вы знаете, будут перевыборы, я уверен, что они будут. Вопрос когда, да, там либо осенью, либо весной. Но вот тогда наша власть уже будет прозреет, да, ей привет обратно. Если ты не думаешь о народе, да, решаешь только свои интересы и ничем, люди прекрасно, они были бы рады и поддерживали бы и Украину, и там и правительство, если бы оно заботилось. Но стало там намного хуже, когда я приезжаю и пытаюсь там отстаивать точку зрения, да, там в этих кругу общения, мне с каждым разом сложнее. Если люди там, если ты приезжаешь даже там в село и говорят, простой там фермер, крестьянин, который зарабатывает своим горбом, да, на огороде, говорит, слушай, ну доллар был по 8, а сейчас 28, не говоря уже там, когда эти были скачки там по 40, говорит, я вот поехал, заколол всех свиней, продал, когда уже 38, помните, да, те скачки, да, да. Купил там этих долларов, а потом он опустился. То есть, ну, а это же все манипуляции, да, это все была игра, быстро заработать, пощипать людей. И вот это все накапливается, не говоря уже о том, что обстрелы, военные действия и плюс пропаганда российская, она что же там есть, да? То есть тоже есть в Мариуполе, да? Да, они есть, конечно, люди смотрят, тарелки себе устанавливают, когда отключили. Ну, это особенно касается сел, там в селах везде практически есть тарелки, и смотрят они это российское ТВ. Вот, и там, когда тебе начинают говорить штампами, я-то прекрасно долго занимаюсь информационными войнами на теоретическом уровне, да, то есть они мне, когда начинают эти клише выдавать, я уже все прекрасно понимаю, там, блин, 2 часа там приходится там им так как-то объяснять, ну, за счет там доверия, там, родственных связей, этих, да, там, коллективных идентичностей, да, там, которые там, а, ты грек, там, ну, хорошо, тогда я тебя послушаю, ну, и так далее, и так далее, ты там свой. Вот за счет этого там удается как-то потом хоть немного, но я прекрасно понимаю, я уехал, они продолжают это смотреть и вокруг общаться вокруг себе подобных, поэтому настроение там не антиукраинские, а не антиправительственные против действующей власти. То есть уровень ненависти, я называю вещи прям своими именами, колоссальный. И глубокому сожалению, есть здесь не рука Кремля, а это все как раз плод и результат действий нынешней власти. Вот на такой неоптимистической ноте, наверное, да. Ну, я не знаю, может быть, она... Но она реалистична, по крайней мере. Да, да. Я назвал то, что я вижу, и как оно есть. Максим, спасибо, что были сегодня с нами в прямом эфире. Было приятно познакомиться нашему каналу с вами. Будем рады видеть вас у нас в студии. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Я хочу напомнить, что Максим Ели был сегодня с нами в прямом эфире. Он кандидат политических наук. И он все-таки старший научный сотрудник Института всемирной истории, что тоже очень важно. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это был Укрлайф ТВ.